решили докормить, да, Мишель, еще вот эту собачку, потому что у нее ляли в животике. Да, я еще достану себе. Это Мишель, у нее тут инвентарь, она прячет весь корм и кормим животное. У меня корма уже нет. Ну, купим. Все, собачка все скушала и убежала. Только, пожалуйста, в инвентарь клади все аккуратно. Бутылочка. Смотри, чтобы бутылочка не перекинулась. Так, всех покормили. Сейчас пойдем к тем собачкам в бум. Застегни свой рюкзачок и пойдем. Кстати, Мишель, мы уже приблизились очень хорошо к линии прохождения. Это можно. Можешь в наше видео тоже делать. Так, Мишель, остановись. Да, вон там две собачки. Кормят, мы тоже покормим. Не кормят, гладят там. Мы покормим. Ну иди. Иди вперед. Не вместе. Рюкзак с капсулой. Рюкзак подержать? Да. Это ж твой инвентарь. Корм я-то не заеду, что у нас телопатчика для тех. Тут... Нам теперь, мама, надо покупать и собачий корм, и кошачий. О! Таня пугливая. Мишель, только мы это делаем и уходим, потому что мы просто в метре от линии прохождения таможни, поэтому... Мишель, сейчас, ну, пока ребята гладят. Аккуратно с другой стороны обойди, аккуратно. Собачку покормим. Мишель, это последняя, да, капсула у нас? Вот такая была еще. Правильно, в кучке, чтобы ей было удобно кушать. Я тебя ручки потом протру. Аккуратно. Аккуратно, Мишель, пожалуйста. Ты же ей дай, Мишуль. И это немножко, да, да. Может, еще есть. Нет, солнышко, больше ничего нет, зайчик. Это жаль. Да, ты застегни, чтобы рюкзачок не... И вот эту баночку положил. Последнюю баночку скормили. На, закладывай. Надо собачий корм покупать. Купим, солнышко. О, мама, все сразу. Все закрыла. Это у нас такое было, ребята, что мы повесили еще брелок с сумочкой с кормом на змейку. И у нас... Эта сумочка открыла рюкзак, да? И мы потеряли целую капсулку с кормом. Это смесь. Смесь каких-то таких обоих.
Нету, конечно, она твои ручки облизывает. Весь скормили, да? Можно из багажника взять. Не, не я. Все-таки это я тех. Сейчас будешь руки мыть, Мишелька, а то вся в земле. Папа не разрешает собачек нам гладить и котиков, но мы все равно гладим. Как их можно не гладить, они такие хорошие. Все живые, всем кушать хочется. Боже, стоим на границе уже, наверное, 2,5 часа. Уже покормили всех. Перед границей нам сказали, будет 2 машины. Чувствуешь, да? Не, мне клещит. Ну, конечно. Уже знает, что ты к ней с добром, видишь, дает себя гладить. Хорошая собака. Умничка. Ух ты, села, класс. И побежала. Говори пока собачке. Пока собачке. Нет, давай я не пойду. Мишель.